Родился 12 июля 1960 года в Горьком, ныне Нижний Новгород. В 1982 году окончил театральное училище имени Щукина. Актер Центрального детского театра. Участвовал в постановках театра на Малой Бронной театра. Школа современной пьесы. Заслуженный артист Российской Федерации. С 1999 года был ведущим программы «Семь бед, один ответ» на ОРТ. В 1999 году вел телеигру «Пойми меня» на канале НТВ. Также вел программы «Золотой шар» на РЕН-ТВ, «Бесконечное путешествие» на РТР, «Про фото» на телеканале «Культура». Утром 1 декабря 1999 года Дворжецкий поехал на своем автомобиле ВАЗ-2109 на консультацию в Институт иммунологии. Врачи подозревали у него наличие астмы, но диагноз не подтвердился. На обратной дороге, на улице Москворечье, актер погиб, когда его машина столкнулась с грузовиком ЗИЛ-5301. «Бычок» похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.